остались 400. Ну, там я вижу, нет. Видишь? Скорость 12. Да, 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 вижу. Сейчас нам больше повезло, элементов сброса нет, поэтому, ну вот результат работы. Сейчас посмотрим, самое главное, это у нас меры предосторожности. Там маячки бывают ставят, поэтому батарейки вытаскиваем, проверяем на наличие взрывных веществ, чтобы не было. Ну, после обезвреживаем, приносим, смотрим. Вытаскиваем флешки обычно, проверяем информацию в запуске и прочее. Примерно ориентируем артиллеристов, и дальше артиллерия по расчетам уничтожает.